Здравствуйте, уважаемые читатели! Отдел литературы по искусству предлагает вашему вниманию видеообзор книжной выставки «Осенних красок хоровод. Золотая осень в пейзажах художников». Осень – это самое загадочное время года. Она подкрадывается тихо и незаметно. Осеннее дуновение ветра и легкая прохлада окутывает землю еще с конца августа. А с первым сентябрьским днем все становится по-настоящему таинственным. Это время года словно художник раскрашивает природу в яркие цвета. У кого-то эта пора ассоциируется с наступившими холодами, плохой погодой и надоедливыми дождями. А для кого-то это же время ассоциируется с теплым светом заходящего солнца, уютными домашними вечерами и коврами из разноцветных листьев в парках. В любом случае, осень – явление незаурядное. Но осенью все мысли летят на юг, а в голове становится тихо, пусто и не прибрано. И как сказал Александр Сергеевич Пушкин: «Унылая пора, а чей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увидания, багрянец и в золото одетые леса, в их синях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистою покрыты небеса, и редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы». Осень в живописи художника встречается достаточно часто. В этом нет ничего удивительного, ведь красота осенней природы очень живописна, сочетает множество ярких красок и обладает особым настроением. Как уже говорилось выше, осенняя пора, которая начинает преображаться, окрашивается в оттенки желтого и красного, выглядит очень живописно. Стоит также отметить, что прославленные художники, картины которых вы сможете увидеть здесь на выставке, стали настолько известными не только за счет того, что могли достаточно точно и реалистично передать на своих полотнах пейзажи, но также и за счет того, что в своих произведениях они могли отображать характер погоды и даже настроение. На картинах великих художников, которые обратили свое внимание на осеннюю природу, отображено в частности эмоциональное состояние в разгар осени. Зритель может почувствовать знакомые ощущения, будь за окном осень или другое время года. В этом есть мастерство и высокое искусство живописцев. Далее вы можете увидеть картины, которые сегодня считаются настоящим достоянием русского и мирового искусства.